схватил сзади и закрыл рот. Неизвестный напал на девушку на улице Новороссийской. В 21:00 вечера потерпевшая шла от супермаркета. В какой-то момент заметила мужчину, который шел за ней и наблюдал. Девушка начала прибавлять шаг, он тоже. Потом неизвестный схватил ее сзади и закрыл рот руками. Девушку спас парень, который случайно проходил мимо. Он спугнул налетчика. В полицию пострадавшая обращаться не стала, поскольку не запомнила лица своего обидчика.